теперь послушай о дядюшке Бате Персик. Он великий мастер рассказывать байки. История о чем угодно. Как он оказался в подледном мире, куда делся его глаз, и даже о большом белом динозавре Руди. Между тем у меня была своя забота. Я пытался уложить своих малышей спать далеко в джунглях. Их мамочке нужно было отдохнуть, иначе она была бы сердитой и голодной. Кому это надо? Don't worry, baby. Mommy's friend here will keep them quiet. Цельтесь из растения с помощью ЛР и вытуда. Ну что, ребята, всем привет, дорогие друзья, с вами Лит, и мы продолжаем с вами проходить ледниковый период по мотивам одноименного мультсериала «Эра динозавров», которая третья часть, если быть точным. Так, ну поехали. Так, нажмите Б, чтобы выстрелить соком. Окей, понятно. Нельзя будет малыша, особенно динозавра. Пошел отсюда. Оп-оп-оп. Так, я насколько понимаю, у нас тут с вами сейчас будет такой некий... Шутер от первого лица, от Сида. Давайте. По очереди, все по одному заходите. Зачем вы сюда пришли, а? Идите отсюда. Чего вы тут забыли? Блин, только взял и сразу потерял. Называется здоровье. Пчелка, иди отсюда. Пчелка, иди отсюда. Пчелка, цыть отсюда. Так, на мышке было бы намного удобнее, но на геймпаде тоже нормально. О, здорово, нам дали целый один кристалл. Мы справились с твоей задачей. Как вас много-то? Да не за что. Хорошо, что у данного оружия нету перезарядки. Мне это ужасно нравится. Вы сейчас, знаете, стоял такой чук-чук. Свой рожок перекидывал бы её. А, он прям подключился напрямую. То есть это, знаете, как миниган прям. Знаете, цепочка подается от патронов, и пока только не перегреется, можно стрелять. Зажимайте, малыши! Headshot! Ой-ой-ой, а по вам посложнее попасть будет. Суйте. Иди отсюда. Ой, они еще мазать умеют, это вообще здорово, это прям вообще читы. Вот они пока пробегают, читы, блин. А нам нужно его добить. Есть, мы его добили. Это все ради кристаллика, паука ради кристалла. Форчите где-нибудь еще. А ну-ка, пошли вон отсюда. Вам бы только дай уничтожать наших младенчиков. Сид Иствуд. Блин, уничтожают. Иди отсюда. До свидания. Дайте мне здоровье взять. Спасибо. Только взяли, уже потеряли. Промазал, чувак. Незваный гость хуже опоссума. Давай, Сид, ты сможешь. Блин, давай, Сид, ты сможешь. Надеюсь, тебе легче заснул. О, хорош, справился, даже такого огромного отыграл. Oh, I'm so proud of you. From leaf to roots. Okay, I'll be over here if you need me. Mm-hmm.
Вау-вау-вау-вау, ребята, мы с вами снова отлично справились с задачей, мы с вами собрали опять все три кристалла, и мы можем снова смело продолжать двигаться дальше по истории. Следующий эпизод переходим прямо сейчас, поехали. А потом наступил новый день и принес новые приключения. Новые опасности в незнакомой стране. Да, еще чудо и радость жизни и новых друзей. Да, а еще он принес нежданных врагов. Да, а еще долгожданное воссоединение семьи. Но в тот момент мы были в большой беде. Да, но вместе мы справились. Ты хотел сказать по отдельности? Я и говорю по раздельности вместе. Come on, you cranky old bird! We're out of control! Do something! Okay, okay, I didn't mean it! You're a sweet, fine, young pterodactyl! That's a girl! Birds like the sweet talk. Теперь мы с вами будем летать на птеродактиле. Итак, стрелять горохом, бросаться фруктами. Все понятно. Ха-ха, Star Wars, знаете, ребята, космический симулятор. В принципе, нам без разницы, можем пропускать, можем подбирать здесь всякие разные приколючки. Блистательно, отважно. А ну-ка, цыть отсюда. Пошли отсюда. Всем вон. Кстати, очень здоровая вещь, которая позволяет нам стрелять во все стороны. Но горох тоже нормально. Я-то думал, мы друзья. Хана вам, бог кашки! Мухомойки на голову! А теперь второй раунд! Второй раунд? Ну ладно. У нас первый еще вообще-то не завершился, но давай так уж и быть. Кристаллик, кристалл, кристалл, дайте мне кристалл. О, все за кристалл. Да, пожалуй, увеличить кристалл это была хорошая идея, потому что вряд ли я такой маленький бы смог заметить в этом потоке лавы. О, еще один кристалл. Давай, давай, давай. Есть. Два кристалла с вами подобрали, осталось еще несколько. О, последний кристалл. Ну ты вообще замечательно летаешь на самом деле, ты просто этого не знал. Оседлали птеродактиля, показали, кто тут босс, да? Ай-яй-яй-яй, сейчас нас уничтожат, да показываемся. Fire, fire. Кстати, больше всего мне нравятся вот эти вот ракеты, которые летят во все стороны. Они, по-моему, вообще опишные. Самонаводящиеся, все, что нужно, это просто их выстреливать. Ну, а с этим особо сложности тоже нету. Здесь стреляете и все. Наслаждаетесь процессом. Они, по-моему, даже по вас не попадают. Враги там. Хорошо, но пока еще первая часть пройдена, насколько понимаю. Да? Possums rule! That's great, mate. Don't get caught. Вау,
Ребят, это было круто, на самом деле. Я думаю, дальше будет еще круче. Так что продолжить, конечно. Так и вышло, Персик. Мы с папой сражались с опасными динозаврами. Мы решили, что раз твой папа не в такой хорошей форме, как я, что, впрочем, неудивительно, то именно я должен спасти твою маму. Извините, что вы тут делаете? Рассказываем сказку на ночь. А, ладно. Главное, чтобы она была не страшной. Скоро вернусь. Помните, никаких ужасов. Говорил же я, что это слишком страшно. Не говорил. Ну ладно, лучше я расскажу тебе другую сказку про то, как храбрый дядюшка Бак летал на гигантском птеродактиле через пещеры, чтобы спасти меня. Where are we going? This is a shortcut. Is it a shortcut filled with horrible danger? Let's hope so. Чтобы выполнить бочку, нажмите на Y, чтобы в сторону, окей, понятно. Бочка это у нас вот эта штука. В принципе, все то же самое, ребята, только теперь это все в 3D и как бы превратилось в такой некий более интересный формат. Мне нравится. Что это такое у нас? Готово, справились. Зачем нам бочка? Главное всех быстро уничтожать. Смотрите, у нас два снаряда есть, которые мы можем использовать. Это такие самые упишные, самонаводящиеся ракетки. Ну, по-моему, все успеваем разрушать, все, что только видим. Два это максимум, так что я думаю, их стоит их экономить. Но не всегда. Оу, я. Справляемся с вами пока что на отлично. Оу, застряли. Ребята, просто тупо застряли. Смотрите, больше двух можно накопить, поэтому пускай давайте будем пока копить, пока здесь ничего, никаких сложных соперников нету. А вот сейчас, я думаю, есть смысл. Чтобы ускориться, нажимайте LB, и ускорение невозможно. Петлю разворота нажимайте Y. Я предлагаю сначала не ульи бомбить, а вот эти вот, которые здесь по бокам. Разные ингредиенты, которые нам будут мешаться в процессе. 4. Пчелочек тоже. Я думаю, они не бесконечны, все равно в любом случае, иначе это был бы некий фарм все-таки. Так, вниз, 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 вниз. 5 у нас уже. Это достаточно серьезное количество. Так, и здесь у нас 8 уже, ребята. Так, а чтобы у нас быстро лететь, надо было какую клавишу нажать, я что-то пропустил. Какую-то там точно клавишу надо было нажимать, а вот какую именно, что-то я пропустил. А вот эту, нет. В принципе, Ули тоже, я бы не сказал, что каким-то сильным соперником является, так что можем на него тоже не сильно сливать. Избавьтесь от шершней! Избавляемся от шершней. Так. Не шерши! Оп. Так, а вот эти кристаллы, их нет, нельзя уничтожать. А вот шершней, кстати, очень много надо заметить, но они, по-моему, по нам не попадают, они просто тут летают в качестве декора какого-то. Ни больше, ни меньше. Он слабеет! Стреляйте! Он слабеет, он все слабже и слабже. Fire to hole! Fire! Ах, значит, так, справились. У нас с вами еще 8 вот этих
штучек, так что это очень здорово, мне нравится. Ведь правда, мы так хорошо начинаем. О, кристаллик, давай, мы тебя возьмем обязательно. Интересно, что будет, если мы не успеем разрушить их, мы откатимся назад или мы как-то проиграем тут, то есть как бы такая смерть будет. Пока, в принципе, нам даже, в принципе, даже вот это опичное оружие не сильно в процессе пригодилось. Готово. 10 штук у нас осталось. Охренеть, нет? There's Sid. What's a Sid? Our friend. I thought he'd be taller. Whoa, whoa! We need to shake him off. О, полегче. Так, по-моему. Что нам нужно делать? Попали! Вот этих, по-моему, разрушать надо. По этим всяким маленьким птичкам стрелять надо. И в круги еще проезжать, понятно. Круги не совсем понятно зачем, но бум. У них. Смотрите, а нам сохранили наше количество вот этих хилок, которые мы понасобирали. Я думаю, они нам пригодятся. Надо оторваться от него. Вот так-то. Берегите шкуру. Каждой погоне приходит конец. Так, осталось... О, их огромное количество осталось на самом-то деле. Так, ну, уже совсем чуть-чуть осталось, если так посчитать. Хм, прелесть в том, что, по-моему, их можно выпускать, и они сами находят цель. Даже не надо сильно напрягаться на этот счет. Так, нам необходимо еще. Они кого найдут? Нет, они никого не нашли на этот раз. О, можно туда вот пару раз запустить, я думаю, они сами справятся. Так, нам остался одного птеродактиля, 4 кольца, и в принципе все, мы завершили. Да. Вот эта штука уничтожена, нам нужно еще вот таких вот. Вот так вот сделаем. Fire to hole! Fire to hole! Маневр века. Так, оп. Так, 8, 9, 9. И осталось еще одно кольцо. Блин, надо на разворот. И необходимо найти, где у нас последний хранится. Вот он. Ребята, мы завершили с вами еще один эпизод. Мы уже с вами, если вспомнить сюжет самого мультфильма, то мы уже, в принципе, приближаемся к самому концу, и почти мы завершили данное прохождение игры, но, тем не менее, нам осталось еще чуть-чуть. Что мне хочется сказать, ребята, то, что
Давайте эту серию немножко завершим пораньше. Спасибо, ребят, за просмотр. С вами был Лит. Удачки. И увидимся с вами в следующей серии. Хорошего вам настроения. И пока-пока.